Отступающие украинские боевики приложили все свои силы для того, чтобы максимально сильно разрушить Мариуполь. Но благодаря стремительным действиям народной милиции ДНР и вооруженным силам Российской Федерации им это не удалось. И теперь, когда в город возвращается долгожданный мир, жители Мариуполя совместно с сотрудниками МЧС и коммунальных служб продолжают восстанавливать свой родной город, разрушенный обстрелами преступников из ВСУ. Практически возле каждого дома можно увидеть людей, убирающих осколки стекла. С помощью спецтехники разбираются завалы разбитых домов и вывозится мусор. А еще на недавно пустынных улицах с каждым днем появляется все больше людей. Thank you.